Дорогие друзья, всем привет! С вами Серега Пынзарь и семья Пынзарь. Вы попали на наш канал. В общем, хотел попросить вас подписаться на мой канал, если ты еще не подписан. Если подписан, то обязательно не забывай про лайк, ну, либо дизлайк, если видос не понравился. Ну и, конечно же, хотел предупредить, что этот видос будет небольшой, около 23 минут. Вот, стал поменьше видосы выпускать, потому что многие стали писать, что ой, видео по 50-40 минут — это слишком долго, типа давай покороче. Окей, будем покороче. Кстати, давайте так еще раз проголосуем. Напишите в комментах, какие все-таки ролики записывать: длинные, будем это так считать, от 30 и более, или короткие, от 15 до 25 минут. В комментах, значит, вас жду длинные либо короткие. Окей? Все, спасибо большое, приятного вам просмотра. Так, кто на тренировку собирался? Я! Ёлки-палки, а ты чё перескочил к малому? Я не перескакивал. Он... Не перескакивал? Он попросил сразу тебя лечь с ним? Потому что страшилок насмотрелся. Боится, да? Вот за Серя, вот за Серя. Страшилки, чтобы больше меня не смотрел, как мамочка. Страшилок насмотрит, потом боится спать. Все, просыпаемся, встаем. Заправляем постель. Дашулька учила, привела в порядок. Вот это непонятная фигня, конечно. Встаем, встаем, встаем. Тём, свою кровать поправить, вещи убрать. Вот эти, которые там валяются, если они грязные. На полу. Так. У меня мало времени для вашей тренировки. Остался всего лишь час с дорогой. Так что встаем, зубы чистим, поехали. Буду тренировать чуть-чуть сегодня. Или ты уже передумал? Передумал? Или нет? Не знаешь? Не хочешь идти на тренировку? Хочу. Вперед, встаем, одеваемся. Все, я пошел. Так. На тренировку акулили твои берем. Итак, да, так надо. Давайте откроем окошки. Я проветривалась после сна. Приехали немножко на утреннюю тренировку с малышней. На индивидуалку. Каждый тащит то, что ему нужно. Кто-то с водой, с фишками, с бутылочкой воды. Кто-то по пляжному. Ты, кстати, пока на басике можешь полежать. Да. Так, закрывай сильнее. Открывай. Откручивай сначала. Откручивай. Потом закрывай. Пойдем. Шикарный комплекс. Задания розданы. Но у нас на поле еще один, видимо, судья появился. Или тренер. И пробрасывай вперед. Вот так, во. Отлично. Давид, пошел, пока Тёма до конца дойдет, ты уже за ним. Не с той стороны, заново начни. Не с той стороны зашел. Вот, давай, с правой ножки. Только правой ножкой. Пробросил, бум. Молодец. Сейчас Тёма заканчивает, отходи, Давид. И пробрасывай, Тём. Во, теперь двумя ножками обводим. С любой стороны начинаем, двумя ножками. В конце пробить. И чем быстрее, тем лучше. Двумя ножками. И сразу. Бум. Молодец. Пошел, Тём, пошел. Отходи, Тём. Ну, а ты, молодой чемодан, почему не переодеваешься на тренировку? Выходи. Иди, бутсы одевай, вперед. На пляж. Я на пляж. Я на пляж. Я буду, знаешь. Давай. Бум. Молодец. Матрасик. Профессиональный. Да. Давай, Тём, начинай. Так, ну что, после тренировочки утренней, Давидосик уже кушает, пока Тёма в душ пошел. И сейчас будет двигать уже на вторую тренировку. Да. Да, молодец. Хватит тебе помидоров, картошки? Если не хватит, тогда на кухню пойдешь возьмешь, ладно? Да. Вот у меня кумхват мой отваливается, смотрите. Я не знаю, что за фигня, он от ветра отпадает. Видите, крупные остаются, а много-много каких... Он подваливались, пособирали их туда, посбрасывали. Не знаю, почему, блин, так. Вот это была куча их кумхватиков этих, и они поотваливались. Остаются там самые крупные. Жалко, а так их дофига было на дереве. Дофига. Интересно, как он дает урожай. Часто или нет? Вот это что за фигня?
Не понял. Жук какой-то, что ли? Ой, классно. Здесь классно. Продувает. Ветерок. Жара, кстати, спала. Было первые месяца лета. Первые дни лета. Конечно, жарковато. Да, буду каш, да. Прям жарковато. Аномально жарко. А сейчас вроде восстановилось. Но в Турции пишут, что июнь месяц будет аномально жарким относительно 20 годам. То есть 20 лет назад была такая же аномальная жара. Где моя яичня? Иди, мама тебя зовет. Вот он. Так. Кто ты? Всей семьей. Только я помещу. Там На водопад, хотел сказать, только что просто смеялись. Никакого водопада, я туда не еду. Я как-то... Была история, маму взял на водопад. А сразу вывернуть меня в море, вот. Как-то был прикол, взял маму на водопады. А там на водопадах метров 900 идти. Короче, километров. А она только приехала тогда и весила где-то 120, да, у тебя было? Или сколько килограмм? Ну, короче, она только приехала, и тогда полненькая была. Сейчас-то у нас стройная мадам уже, видите? Так, на хрюк-так отъелась, видите, стройная. Полненькая. Дело в том, что со старости уже... То голова кружится, так уж. Мам, так сейчас ты уже заскочишь туда, вообще легко. Конечно. Легко заскочишь, 100%. Так целыми днями дома сидеть, ничего не делать. Вот. Вообще, поэтому сегодня едем еще на море, а в ближайшем будущем готовим бабулю к водопадам. Это знаете, как люди готовятся к забегам, да, а наша будет, Елена Петровна, готовится к водопадам. Нет. Там красиво, мам, сходишь, фотки тебе надела. Ну, кстати, если там идти по чуть-чуть на лавочке посидеть чуть-чуть, то вам бы нормально было. Да, потихонечку. Если вот так вот идти, просто водичку с собой взять, Да. Там на самом деле не такой большой маршрут. Просто отдыхать чуть-чуть, да, по дороге. Там посидели. Там. А мы есть, я придумал, мы тебе стульчик возьмем, мам. Будешь идти, сразу раз, привязать, села на пенек. Заждала колобка. Съела пирожок. Да. Пирожочек с собой, да. Можно. Пирожки с собой возьмем, стульчик возьмем, села на пенек. Пирожки вкусные, зачем дома пекти? А то вчера мы взяли это с яблоками. Вкусный? Прям такое тесто, да. Знаешь, есть такое пресное. Да, а это вдруг, а это без дрожжей. А да? Это тут видно и сметанка есть, и масло. Вкусное, да. Вкусное, да. Тесто. Я булочку не успел попробовать. Зачем вот это в такую жару тут долбаться? Конечно. Я бы, кстати, тоже ела с яблочком. Не сильно сладкие, нет? Не сильно сладкие. Но они единственное, пудра еще сверху сыпят сахар. Но ее можно стрясти и все. Кого? Там пудра сахарная сверху была. Сильно сладкий он был или нет? Ну, сладкий. Сладкий, да. Даша просто сладкая. Я за два раза ела, я не ела сразу. У Дарьи, почему Дарья сладкая не любит? Потому что у нее мужик такой сладенький. Сладенький, у меня пирожочек. Как Тёма, она на тебя говорит? Зайка, зайка, пирожочек. Пирожочек сладенький. А это сухарик сладкий. Где там сухарик? А это карамелечка. Карамелечка, да. Карамелечка. Это дерзкая карамелечка. Карамельчик. Ладно, едем на пляж, короче, там увидимся. Короче, всем семейством топаем на пляж. Ну, мы как бы пришли. Здесь для любителей волейбола офигенная сетка. Прямо у моря, представляете, на закате играть. Здесь же виды. На гору Кале. Здесь постоянно играют турки. Я к ним стесняюсь попроситься, но очень хочется, потому что играют они классно. Ну, на любительском уровне, конечно же. 2-2. Пляжный волейбольчик. Так. А мы вот в эту кафешку сейчас. Ну, не кафешку, а на пляж просто. Пойдем на шезлонги. Красота. Вот, кстати, возьмите на заметочку. Вон название кафе. Это самый, считайте, ну, не самый центр, но до центра здесь пешая доступность, то есть вам не нужен будет ни автомобиль, ни машина, ни мотоцикл, ни велосипед, ничего, если вы заселитесь вот в этот шикарный отель. Через дорогу у вас вот здесь пляж, море все есть, там центр, все удобно. Вот сюда, Давид, куда ты идешь? Топай. В рыбках здесь. Так, всякие водяные штучки. Нырять будешь, да, в маске?
Круто. Пойдем. Сейчас определимся, где мы. Короче, каждый занят своим делом. Мы с Тёмой покупались, вернее, я покупался, Тёма нет, и сидим под шезлонгом. Дарья Витальевна с Давидосиком тоже покупались. Он там. А вон, видите, одна голова торчит. Это бабуля. Она вот так залазит и вылазит только тогда, когда уходит. Вода теплая, поэтому она не вылазит оттуда очень долго. Сидит и сидит там. Ну, Давидосику, конечно, нужно кого-то пообливать, с кем-то поиграть, сам себя обливать. Тёмы нет рядом. Тёма свалил сюда, поэтому ему некому обливать. У меня мама. Море сегодня шикарное просто. Погодка прям топчик. Офигенно. Даже хоть захотелось взять кораблик и покататься с всей семьей. Вон они, все, Дарья Витальевна, залегли. Так, мама, о, машет, видите, значит, машет, чтобы... Я иду. Тём, иди вытащи ее. Ну, подойдешь вот так и заберешь ее за руку. За руку дашь и все. Нет, иди, иди. Не переживай. Нет, ну так ноги намочишь. Ну, блин, я это и не хочу мочить. Да? Песок прилипнет к ногам. Ну, потом, по-моему, здесь есть где помыть ноги. Пофиг. Не переживай, иди. Иди, иди, бабушка. Ладно, я пошел сам, давай. Хочу, ребят, вам показать единственного человека, который может замерзнуть в плюс 35. Во. Потому что его нечего там греть. Во. С бабулей они тусили. Бабуля на соке. Да. Это бабочки всегда жарко. Это как раз из тех... Один включи кондиционер, другой выключи кондиционер. Вот. Да? Здесь у нас неизменная картина, потому что опять это море. Море, это море состоит из рыбок, которые под пинцами. Да, это вообще жесть. Настолько скучно и неинтересно, потому что я еще не так чуть-чуть. Конечно, можно понабивать. Ты же хотел? Да, ему все не так. Алимое море, не хочу. Это, да, это море. Ты пришел за пистолетом, боялся даже ноги намочить. Да, конечно, я знаю, что он мочить не хочет. Да, блин, потому что он песочная, Дарья Витальевна-то у нас красотка наша, сгорает. Так все прилипает. Можно купальничек хороший. А? Со мной можно как-то носить. Без меня нельзя. А что? Ну, потому что попа у тебя там это открытая сильно. Да? Да? Увидела? Когда вы не слышите Давидика, а это бывает редко, значит, он занят. Значит, жует. Ой, ой, вкусно. Замерз еще и мороженое. Но он же на солнце специально стал, он же греется и ест. А ну пойди поближе, иди поближе, 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 поближе. Пим, пим. Все? Согрелся? Или еще нет? Согрелся. Пим, пим. Пим. Так, друзья, ну жена уже была в восторге, я ей показал. Она пищала, потому что мы любим мотопутешествия. Теперь хочу показать вам. Сам в восторге, потому что давно мечтал, давно ждал. А, то цвет не тот приходил, то коробка не автомат была, как я хотел. Я хотел коробку автомат именно в этом цвете, именно этот мотоцикл. И вот наконец-то дождался, он пришел. Я приехал его и забрал. Итак, представляю вашему вниманию новый Goldwing 2024. Коробка автомат в серебристом офигенном цвете, просто пушечный. Здесь более светлый, здесь сама окантовка багажника получается потемнее, и соответственно белая полоса отделяет. Ну, цвет просто, не знаю, пишите в комментах, нравится или нет, но вот такой вот аппарат я себе приобрел. Здесь музыка, все дела. Это, можно сказать, двигатель как у автомобиля, даже помощнее, чем у многих автомобилей. Здесь 1800 кубиков, 1,8, если по-простому так сказать, литра. Вот, почти двухлитровый, можно сказать. Едет он по-сумасшедшему, ну и весит он по-сумасшедшему. То есть данный аппарат весит около 400 килограмм. Вот. Оттенок у него, видите, здесь на морде тоже более темный, серый, здесь светлый. Сегодня я его увезу на пленку, хочу полностью обтянуть пленкой все детали, потому что не люблю, когда там царапается все это дело, а оно в любом случае будет царапаться, потому что ты же эксплуатируешь.
Вот. Так что вот такая красота, музыка, все здесь есть. Поэтому, друзья, теперь надеюсь, хоть и жарко на улице, но на моих каналах теперь будет, на моем канале теперь будет побольше видео с мотопутешествий, потому что никак раньше у нас это дело не получалось. Нарва? Так, Дашулька где-то здесь. Здесь мы пришли кофейку попить перед рабочим днем, процессом и всем, потому что на сегодня много дел. Смотрите, раньше какие опорки делали. Дашуля вот здесь. Ну что, пойдем? А, ты заказала кофеек? Сегодня жарковато, да. Но не так жарко, как... Я вообще вышла в магазин, Серега, выехал. Я вышла в магазин с химией, это вышло как этот, я не знаю, ну... Только встала, вышла в магазин и... Прогуляться. Да, и оказались уже в центре. А оказалось, что муж мотоцикл уже купил. Да, в таком виде придется теперь ходить. Что делать? Жарко. Так что теперь ждите мотопутешествия в ближайшее время. С Дашулькой, так сказать, сегодня, можно сказать, обмываем нашу покупку вот с такими шикарными видами. Ну, во-первых, вот вид красотки. И вот сюда вид. Сейчас. Оп. Во. Теперь все видно. Кайф. И здесь еще, помимо вот этой вот всей красоты, очень вкусно и свеже готовят рыбку. Свежая, я имею в виду, сама рыбка свежая. Очень вкусная. Сейчас мы ее будем с вами вместе пробовать. Ну, вы будете только, к сожалению, смотреть, но... Если бы через экран можно было поделиться, я бы поделился рыбкой. Здесь банановые плантации. Здесь деревья. Плодовые, это, кстати, шелковица вроде. Или тутовник, как на него говорят. Это Дарья Витальевна у нас. Вот она без микрофона. Невозможно смотреть без очков, даже невозможно смотреть на солнце. Оно когда садится, прям такая яркость. Ну классно. Да, очень красиво, да. Вид прям топчик. Мы, кстати, именно здесь первый раз, и, по-моему, здесь даже есть спуск к морю. Здесь спускались? Ну, нет, я говорю, что здесь есть, по-моему, спуск к морю. А, не, ну, я не знаю. Ну, если они бананы как-то обслуживают, там, конечно, есть. Вот там, я думаю, что... Да, и я, типа, мини-гостишка у них здесь, может, и есть. Мини-гостиница, наверное. Шанс, все узнаем, расскажем. Все узнаем, расскажем. Ваши личные шпионы в Алании в деле. Кстати, сегодня костюмчик новенький прикупила, как вам? Прикольно. Нравится тебе? Или не очень-то? Очень. Немножко толстит, ну ладно. Нет. Хотя немножко толстит меня жирок. Давайте смотреть правде в глаза. Ой, красота, этот запах, аромат. Тут еще только нам принесли рыбку, сейчас покажу. Да, они прям за ним, за официантом. Они прям за официантом, он несет, и они за ним прям бегут. Вот вы видите, рыбка, а вот котячие малышня. И тут вот помощники. Вдруг ты не съешь, а? Да. Тебе помогут. Да. Вот здесь он просто прилег. Ну, хотя бы не наглый, хорошенький. Не залазят на стол, очень воспитанный. Очень воспитанный кот. Или кошка, это кошка. Горячая. Я сейчас тебе дам горячую. Она на него так смотрит просто. Оса уже. А ты что, хочешь есть, а мне не дать? Чабан, салат и рыбку взяли. Мы так по-скромненькому с Дашулькой. Оса здесь у нас атаковать. Оса-то ладно. Если атаковать коты и оса. Сейчас осу быстро прогоним. Ослужу и... Ну, да. Попробуй. Как? На... Хочу коту вкус. Сначала. Ты думаешь, первый кот? Оставь, я голову поем. Я с котом поделюсь потом головой. А это что, чеснок горячий у него? Или что это? Такие пупыришки. Горячие хотят, но... Так, что это такое? Ну, башку... Кстати, мало людей, кто ест голову. Напишите в комментах, нет, кто ест голову. Полезная. Мне нравится голова. Я люблю. Офигенная рыба. Просто кайф. Да, рыбка супер. Ну, пока же люблю такую прожарку, он так не супер полезная. Ну, блин, это очень правда вкусно. Ну, не то, что вкусная, а прям кайф. Все, что свежее, все полезное. Расскажите нашим родственникам, там, допустим, нашим прабабушкам, что это еда вредная, это не вредная. Все и ели все подряд, да? Все ели, да, и... И все дай вкусно. Бог, что было, что есть. Это важно, да. Все полезно, но... как говорится, что в рот полезно. Вот так вот Дарья Витальевна выражается. Значит, ей вкусно по-любому. Если она так выражается. Да, что ж, овца.
курочку. Зачем? Я, хотя, кроме голды, мы ничего не трогали. Ну, ничего нет. А, нет, я в магазине была с детьми. Я только карточку брала и воду. А сейчас, сейчас, вот, пойдемте. Да? Где они? Да. Давай. Где они? Вон. Да, они, кстати, не это, не сильно нападают, это нормально. Но мявкает. Да, короче, ребят. Да, там за официантом, так смешно, как ты это не снял? Это просто не было смешно. Он несет рыбу, и вот эта вся банда за ним. Мяу! Их там вот четверо. Еще пятый где-то был. Где-то был. Кстати, кто сейчас голодный, ребят, предлагаю вам лучше идти что-нибудь поесть. Будете смотреть. Я вот так вот руками, потому что камеру одну руку держу. Да почему ты так вот держишь? Тоже голодный. Чего, это тоже рыба вообще пачка? Глаз тоже вкусный, но отдам другу. Держи. Мой. Мой. Хорошенький. Смотри какой. Черная шапка. Мама. Мать, да. Так, осы вам не дам. Только котам. Не рычи. Не рычи. Мама. А, это маленький как раз ругается. Маменьки, мамки не дают. Вот так, она его растила. Да. Кормила. И для нас сразу заказывают еще один. Еще одну рыбу, да? Да, я думаю, они их подкармливают, Даша. Они же не зря здесь тусят. То, что не съели в тарелке. Ну, как они за ним бежали, судя по этому, 100% подкармливают. Конечно. Прям главный хватит. Иди, маленький. Вот, маленького, да, это маленького. Все. Я маленького, кстати, мамка доедает здесь. Короче, ладно, не будем вас смущать. Пойдем, пойдем мы кормить кротов и Дарью Витальевну. Да. Ну и меня, конечно. Рыбку огонь. Не бойся, не бойся. Когда тебя снимать, это потом. Перед камерой ему улыбается, смотри. Ну что за девочка, что за малыш? Ну поел, надо помыть. Покушал. У нее там, конечно, из-за того, что шерсть, не видишь, такая-то. У нее на хвосте там поналипло, ее будет там, да, обрезать. Еще и жара. Потом еще этих надо вымыть. Хотя все уже сами вымыли. А там уже он, по-моему, мамка, кстати. А, да. Так это ее, наверное, стоит. Они да, похожи, точно, да? Да, да, мы да, думали, что вот это... А вот они, мама и сыночки. Оно, да. Что-то она на него шипит. Ну, он, видимо, молочко хочет. А, да, да. Он, да. Такая шипит лежит на него. Уже от него шарахается. Типа, тебе уже 18, вали. Ходи дома. Вали, тебе 18. Да, да, он к ней так и не... Может, мышку нашел. Огромное вам спасибо за то, что вы досмотрели этот видос до конца. Также, по правилам, по нашему уже каналу, поставь, пожалуйста, 2 плюсика, и я буду знать, что именно ты досмотрел этот видос до конца. Огромное тебе спасибо еще раз. Все, пока, увидимся уже в новом влоге.